перевернутая речка. Сейчас развернемся нас. Смотри, как лодка поворачивает, нам надо туже поворачивать. Вот. Все, сейчас развернем. Отличненько. Индель. Приустевой участок. Да. И ровненько, вот так. Прошли томингу, да? Да. Ну, поздравляю вас. Ну, все, вижу. Дима, ты снимешь хоть что-то, кроме бухла и что там еще? Ну и жорева, и буксировки лодки. Нет, я ни разу не снимал индель. Вот индель вообще классно снять. Вообще классно. Чтобы понять, что... Погодка. Если я вам покажу вот несколько кадров, чтобы вы сказали, что это индель, пана или что. И кто угадает, вы вот. Да, вот, кстати, хочу. Тоже интересный момент. По большой воде. Обалденно. Да. Не, мало отличимо, да. Ну. Главное, что уже семга здесь. Ну да. Ну что, мы спиннинги не расчехляем. Блин, я первый раз в жизни по реке плыву. В смысле? Давай, Петр Михайлович, займись этим вопросом. Сейчас. Ну, ты самый мудрый, рассудительный человек. Так вот у нас тут животное поработало. Системы ворона. И? Да, и родился в сей, так сказать, момент стих. Не весь бекон она склевала, спугнули суку со стола, но все ж взяла не так уж мало, ну и довольная съебла. Нет, не убирай пиво. Давай, ну, хлеба нет души. Матерные стихи, пиво. Ну конечно, а что, ну нормальный нужен сплав, а не хер знает что. Не показуха, а как все по-настоящему. По-настоящему. Захар Иванович нас не пришел провожать. Я так понял, он детей отправил. Вот. Сломал очки, подрезал у Петра Михайловича.
Хорош, Дмитрий Борисович. Снимай, давай, греби. Не хочу. Ага. Сам греби. Впереди какие пороги уже посильнее. Вот парень Кей, главный рыбак, главный повар. Второй раз в жизни готовить. Ой. Да, посередине перезок ее. Посередине. Ну, просто интересно, когда она графанулась. Такое ощущение, что вот она графанулась недавно. Ага. Благодарствуйте. Хватит? Я думаю, да. Поймал мини-щучку. Побольше одна мать. Не откажись. Ну, Гюльчатай, открой личико. Не работает. Петр Михайлович изволит трапезничать под тентом. И дождик-то маленький, да? Да. Полная кружка. Пьешь, пьешь, постоянно наливай. Угу. Котик подбивает.